Всем привет, вы на канале Римчик. Сегодня я хочу вам показать, как делать интро. Начинаем. Пишем не так вот создать интро онлайн для Ютуба бесплатно, а просто пишем панзоид и все. Ничего больше не делаем. Заходим на сайт. Вот, например, мне... Допустим, мне понравилось вот это. Тут мы видим вот это все. Нажимаем сюда, ничего не появляется. Но некоторые могут заметить вот это вот. Кнопочку, а точнее все могут заметить эту вот кнопочку. Нажимаем на нее. Запускается это. Нажимаем на глаз. Воспроизвести. Ну, а то у меня, конечно, лагает. Ну, ничего. Заходим в файл, не файлы, а... Куда? Вот на вот этот вот квадратик fx. Объект. И вот тут вот. Групп текст. А, не надо. И здесь вот эти вот, где текст и name, а точнее, что здесь написано, то, ну, что здесь вот в вашем клипе написано, то должно быть написано и в строке текст. Выбираем. Вот здесь вот выбираем, нажимаем. Просто я немного туплю, так снимаю видос. И я говорю не через микрофон, а через телефон. Да, это, наверное, будет звучать стыдно, но такая уж судьба. Так как через микрофон не совсем все нормально слышно, а так еще как нормально слышно. Ну, допустим, я делаю для своего друга. И вот. Пишу ник моего друга в Ютубе, ставлю ссылку на его канал в описании. И здесь точно так же пишем тот же самый ник. Только надо потом на Enter нажимать. Сначала вводите, нажимаете Enter, и так на второй тот же самый тип. Вот появляется ваш ник. Нажимаем Enter. Здесь вот текст изменяется на тот самый ник, который вам нужно. И второе то же самое. Нажимаем на сюда, где строка ввода вашего ника. И вводим ник, ну, ваш ник. Вот появляется Сашек. Посмотрим. Ну, конечно, у меня будет лагать, так как у меня видеокарту кое-кто забрали. А точнее, у меня видеокарту новую забрали. И именно из-за этого у меня здесь все лагает. Именно из-за этого я не могу в нормальных видеоредакторах делать. И обратно скачал Filmora OneShare 7. Вышла, конечно, новая версия, Go или 10-я версия, я не смотрю за версиями, так как мне видеокарту забрали, ну ладно. Вроде вышла новая версия Go, где можно и на телефоне, и на компьютере. И это я говорю не реклама, просто я вам объясняю, что это за реклама.
И это не реклама, а я говорю вам, что это за программа, через которую я могу монтировать. В следующем видео я покажу, как монтировать через нее. Так, заходим мы в это сюда. Не знаю, download, вкладка называется, download. Где стрелочка показывает на платформу вниз. Нажимаем старт видео. И ждем. Ну, да, и вот ждем. Тут пишется, времени осталось. И здесь показывается, сколько минут. Твое видео начинает рендериться. Пожалуйста, подождите на этой странице. И не закрывайте браузер. Пока продолжается процесс. Вот столько времени осталось. Вернусь, когда я смогу уже открыть. Ну, к сожалению, у меня не получится воспроизвести, но с помощью Filmora я смогу воспроизвести. То есть, выключаю интернет, ввожу специальные промокодики, когда зарегистрировался, и тогда уже начинаю... Ну, тогда уже начинаю и как раз таки... Бла-бла-бла. А Роман, что ты заделил? И тогда уже начинаем... Короче, ставлю на паузу. Вот, я вспомнил. Короче, нажимаем, ну, выключаем интернет, запускаем Filmora нашу, нажимаем зарегистрироваться и... Вдруг, ну, и вводим снизу эти промокоды, в описании поставлю, Gmail и пароль, чтобы не было водяного знака. Ну, а теперь опять ставлю вас на паузу, вернусь через секунду. У меня это будет 28 минут, а ставлю я это все на несколько там, наверное, секунд. Вот уже осталось 12 секунд. Во, скачалось. Так, ну сейчас идет запись, че не. Тунгловки видео. Скачиваем видео. Thank you for using Panzoid. You downloaded timing. Спасибо, что используете Panzoid. Ваше скачивание началось. Сюда. Так. Так, вот видео. Вырубаем интернет. Отключаем. Так. Начинаем. Что у нас есть? У нас есть Filmora. Для того, чтобы смотреть наши... уже готовые интросики. Ю-ху! Минус 3. Зачем я это сказал? Так, полуфункционально. Thanks. World of thanks. World of thanks. Нажимаем сюда. Закидываем все сюда. Нажимаем сюда. И смотрим, что получилось. Так, где звук? Сюда. Выключаем звук. А, ну понятно, звук в комплекте не шел. Ну ничего, можно будет скачать потом звук. Вот, собственно, так и выглядит наше готовое интро. А это мое интро.
Не знаю, зачем я его поставил в роли картинки. Вот, собственно, це моє інтро. Продовжаємо. А, то есть я могу сделать так. Ну, в принципе, все идеально. Так, сюда. И ничего сохранять не надо. Ну, а на этом наше видео подошло к концу. И надеюсь... Короче. На этом наше видео подошло к концу. И надеюсь, я вам понятно объяснил, как создавать интро. То я не всегда понятно объясняю. А точнее, когда я что-то пытаюсь объяснить, по-моему, я объясняю нормально. А когда уже слушаю, что я начал объяснять, потом сам не понимаю, что я тогда говорил. Всем до свидос. С вами был Римчик. Подписывайтесь на канал и подписывайтесь на новые видосы. Для того, чтобы быть самыми первыми, отойди туда, куда тебе не надо, Windows. И для тех, кто хочет со мной поболтать, там, я в описании оставил свой номер телефона. Добавляйте в Viber. Все, я с вами дружу. Первые 5 человек, которые мне тогда напишут Viber, кроме моих друзей, и кроме тех, которых я знаю, через мой номер телефона попадут в видос. И, кстати, напишите комментарий к видосу нашему. Напишите комментарий, чтобы попасть в видео. Всем пока, с вами был Римчик, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, ставьте лайк, и всем до свидос. Так, аутро. Аутро. Пш. Аутро, сюда иди. Ладно, без тебя обойдемся. До свидания.